Первая секция называется «Итоги развития облачных технологий в Казахстане». Ну, на самом деле, здесь, наверное, всем интересно поговорить прежде всего о том, каков рынок именно облачных вычислений в Казахстане. Ну и раз мы говорим о рынке, в рынке всегда две стороны. Есть потребитель услуг и есть поставщик услуг. Вот у нас здесь много замечательных экспертов. Я их буду представлять, наверное, по мере того, когда каждый из них будет высказываться. Соответственно, здесь есть и поставщики, здесь есть и потребители услуг. И вот первый вопрос я бы хотел, наверное, задать потребителям. А что вы ждете, что было бы вам интересно получить в виде облачной услуги от какого-то там гипотетического поставщика? Вот какова для вас идеальная модель такой услуги? Ну вот первый потребитель, все правильно он понял, Евгений Гончаров, руководитель отдела информационной безопасности Раймбек Ботлерс. Да, Раймбек Ботлерс, всем здравствуйте, меня зовут Евгений. Что самое главное, мне бы хотелось, чтобы качество сервиса было стабильным, уровень саппорта был высоким и круглосуточным, и цены на предоставляемые услуги были приемлемы для конечного потребителя. Ну, в общем-то, это достаточно общие слова. Хочу, чтобы было все хорошо и дешево. А вот конкретно, какую бы систему вам было бы интересно сейчас заменить существующую, получить ту, которой у вас нет? Если говорить конкретно в отношении нашей производственной среды, то, что мы используем, нас все устраивает. Вот. Мы сейчас склоняемся больше в сторону open source решений. Они выполняют свои задачи достаточно продуктивно, производительно. При этом мы не платим никому никаких денег. Если мы используем какие-то внешние сервисы, ну, опять же, про цену скажу, допустим, по отношению с Россией, у нас цены более высокие на те же хостинг-услуги, там, ВДС, ВПС, сервера. Вот. И качество, конечно, хотелось бы, чтобы у специалистов как минимум было повыше, чем то, что есть на сегодняшний день. У специалистов именно поставщиков сервисов? Да, конечно. А вот, собственно, вы говорите, что не тратите денег, но содержание своей команды, тем более высококвалифицированных специалистов, это всегда деньги. То есть вот вы не оценивали с этой точки зрения? У нас наша команда, как вы сами сказали, высококвалифицирована, и как бы наша компания правильно делает, что им платит те деньги, которые она им платит. Вот. А насчет аутсорсинга и насчет предоставления каких-то внешних услуг, здесь, ну, можно поспорить насчет уровня компетенции многих поставщиков различного рода услуг, в том числе из облачной сферы. Ну, вы знаете, когда я был директором по ИТ, я тоже считал, что лучше наших специалистов нет. Когда мы реально сделали первый проект по как бы созданию системы в облаках, выяснилось, что лучше наших специалистов практически все. И как бы потом я очень долго пытался повысить уровень наших специалистов. То есть не конкретного человека, который знает, там, где там надо что-то подкрутить внутри Linux, а команды, которая взятая на себя обязательство, обещала выкатить релиз 16 марта в 14.30. Она выкатывает 14.30, не приходит с рассказом, ты знаешь, что там что-то случилось, нам бы еще месяцок. Мы постоянно общаемся с различными поставщиками. Mm-hmm. Встречаемся с ними, обсуждаем цены, возможности, решения. Вот. Mm-hmm. К нам очень много приезжают различных поставщиков, которые предлагают свои решения или какие-то продукты. То есть мы ведем достаточно объемный диалог с различными сферами, из сферы аутсорсинга, допустим. Да? И как показывает практика, ну, мои слова основаны именно на практике, то есть я практик. И то, что я говорю, это основано не на каких-то домыслах, это основано на практическом опыте, который я получаю каждый день в процессе работы в компании нашей. Ну, понятно. Ну, на самом деле, действительно, наверное, еще рынок находится в таком развивающемся состоянии, казахстанский рынок, потому что я вот прошел и почитал таблички наших уважаемых экспертов, и в принципе я вот делаю вывод, что все остальные здесь это поставщики облачных услуг, и только один заказчик.
Вот Максим Исаенко, Алма-ТВ, вы с чьей стороны? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, у меня тут ситуация получается двойственная. С одной стороны, наша компания для внешнего клиента собирается в данный момент предоставлять облачные решения, облачные сервисы. Скоро будут анонсы. Вот. Но с другой стороны, для нашего внутреннего клиента, то есть для сотрудников компании, мы сами же являемся клиентом и потребителем облачных сервисов из них. Но я думаю, так или иначе, для любой компании среднего бизнеса, не говоря уже о корпоративном, аналогичная ситуация, то есть те, кто обслуживает розницу, вынуждены, ну не вынуждены, а как бы пользуются в свою очередь и облачными решениями сами и предоставляют зачастую облачные решения своим клиентам. Ну, облачные решения в данном случае имеются в виду частные облака, то есть вы сами их развиваете, сами сопровождаете. Ну, частные это или публичные облака, это уже второй вопрос. То есть мы же не делим сейчас публичные mm-hmm. облака или частные. Мы говорим просто про облачные решения. Mm-hmm. Если мы говорим уже о деталях, да, то есть если первый вопрос, который вы задали, о том, чего не хватает компаниям как потребителям с точки зрения использования облачных сервисов. Ну, я, во-первых, согласен с предыдущим оратором о том, что все-таки в Казахстане облачных сервисов собственной разработки достаточно мало. Ну, это факт. Экспертизы также. Ну, есть некие решения, про которые, допустим, Вилли рассказывал. Это узкоспециализированный сервис. А если мы говорим об общих облачных решениях, допустим, наша компания использует там, корпоративный портал, мы используем все корпоративную почту, да, те решения в Казахстане, которые предоставлены, ну, еще недостаточно с моей точки зрения развиты, mm-hmm. и зачастую большинство клиентов вынуждены обращаться к российским поставщикам таковых решений, либо уже на Запад. Хорошо, спасибо. Ну тогда зададим. Корпоративный портал где располагается, кстати? Он где-то у вас в приватном облаке или где-то вне висит? Корпоративный портал сейчас у нас размещен на наших мощностях. Но поскольку сейчас компания преобразуется в холдинг, мы недавно рассматривали возможность перемещения этого портала в облако. Ну, есть некоторые проблемы у платформы с перемещением. У нас in-house уже достаточно сильно развился, а в облако его мигрировать достаточно сложно, поэтому пока этот вопрос отложен. Ну, в общем, в случае, мое личное мнение, что корпоративный портал достаточно успешно можно использовать при помощи облака. Ну, это совершенно верно. Ну, то есть пока вот мы видим точку зрения потребителей услуг, что они говорят, что того, что им нужно на рынке, того нужного качества пока нет. Значит, ну вот мы разговаривали с Андреем Адаменко из Казахтелекома перед началом конференции. И он рассказывал, что есть уже и предложения для рынка, и какие-то заказчики. И вот я хочу попросить сказать несколько слов о том, что спрашивают заказчики у поставщика решений. Ну, на самом деле я бы хотел все-таки действительно внести ясность. Приватные и публичные облака – это все-таки разные вещи. Если говорить о публичных облаках, то действительно, наверное, разработчиков в Казахстане не так много, но и ожидать того, что они появятся и будут выдавать на гора большое количество сервисов локализованных, на сегодняшний день, наверное, не очень приходится, ввиду некой там экономической ситуации, да, во-вторых, готовности компаний, у которых есть деньги, там, национальных компаний или там, среднего малого бизнеса, потреблять эти сервисы. Фактически, если речь идет о все-таки публичных облаках, то у любого клиента есть большой выбор, потому что в интернете подобные сервисы можно достаточно легко купить и за рубежом, и многие компании, в общем-то, действительно готовы потреблять облачные продукты, не очень заморачиваются относительно там локализации. Что касается приватных облаков, то это каждый раз у нас проект с конкретным заказчиком под конкретные его специфические задачи. Как правило, это всегда специальные требования, как правило, к сетевым вещам, к сетевой безопасности, к некой там архитектуре. И продаваться там приватные облака к
как есть из коробки, наверное, тоже не могут. С каждым заказчиком есть платформа, есть решение, но с каждым заказчиком это отдельный проект, это отдельные настройки, это отдельное понимание задач, специфики, неких нюансов и их реализации. Понятно, спасибо. И вот я бы хотел тот же вопрос задать Александру Соколовскому, заместителю председателя правления АО НИТ. Я так понимаю, вы с одной стороны регулятор каких-то услуг, а с другой стороны провайдер этих услуг. То есть вот с точки зрения провайдера, что спрашивают заказчики и что вы им в состоянии предложить сейчас? Коллеги, добрый день. НИТ, ну, можно сказать, он провайдер, у которого по большому счету один клиент, это государственные органы, в большей степени центральные, в какой-то в другой части это местные органы. Надо понимать, что государственные органы как заказчики, это вообще не то же самое, что коммерческие компании. Александр, поближе к микрофону, да. Пожалуйста. Государственные органы как заказчики, это вообще не то же самое, что коммерческие органы как заказчики. И эффективность с точки зрения вот термин эффективность государственных органов и термин эффективность коммерческих компаний – это вообще две большие разницы. Вот. И на самом деле государственным органам по большому счету все равно. У них чуть другая задача. Да? У них не задача экономить деньги или зарабатывать деньги. У них задача вот в этой вертикально интегрированной структуре выполнять свои функции. Поэтому те облачные инициативы, которые делает НИТ, они направлены на то, чтобы, как бы сказать, это наша проактивная модель. То есть мы, другими словами, мы, используя административные механизмы, заставляем госорганы переходить на облачную модель. Мы вытаскиваем у госорганов вот те непрофильные вещи, которыми они занимаются, связанные с развитием, внутренним развитием IT, собственные дата-центры в шкафах где-то, в каких-то там складских помещениях и так далее. И это очень тяжелый процесс. То есть госорганы в облачных технологиях не заинтересованы, потому что это у них забираются бюджеты, которые они могли использовать, как-то организовывать тендеры на приобретение оборудования или еще чего. Это достаточно такой тяжелый, очень силовой процесс, который идет. И как раз новый закон, вот, о котором сейчас было сказано, там не сказали об этом, он в том числе, определенная часть этого закона нацелена на то, чтобы забрать эти непрофильные функции у госорганов, вот эта собственная информатизация к собственном королевстве, и перестроить фактически информатизацию госорганов на, как сервисную модель. Вот. И здесь это не тот случай, когда мы что-то говорим из серии, что вот у нас есть такая какая-то клевая штука, давайте сделаем. Мы приходим к госорганам и доказываем им, что им действительно это нужно переходить. И у нас есть цифры, и там, когда уже доказательств, несмотря на то, что у нас все цифры есть, не хватает, мы используем административное воздействие, и это работает. Вот так устроено это в госорганах. Понятно. А идет ли речь в данном случае о создании какой-то единой системы государственных услуг, внутренней интеграции этих госорганов и так далее? Да, как раз предыдущий оратор из юридической компании сказал, термин ЕГАФ употребил, это вот как раз, что называется, платформа электронного правительства. Это как раз та технологическая платформа, которая должна заместить те in-house IT-инфраструктуры, которые сейчас есть у госорганов. И она сейчас развивается, идет на определенном этапе, и в течение ближайших лет, нескольких, сколько сейчас не скажу, будет идти постепенная плановая миграция окончательно всех in-house инфраструктуры госорганов в единое государственное облако. Ну, термин такого государственного облака в законе нету, действительно, но на уровне, скажем, уполномоченного госоргана, комитета по связи, информатизации, это термин, что там, еще G-Cloud, может быть, если слышали понятие где-то в интервью, то вот он есть, и это та стратегическая цель, которая сейчас есть, и сейчас для нее с принятием нового закона есть все необходимые механизмы, как механизмы финансирования создания этого гособлака, так и все законодательные механизмы, чтобы заставить госорганы, именно термин заставить госорганы, перейти на вот такую централизованную сервисную модель с точки зрения инфраструктуры и в будущем и платформы, и конечных систем, как SaaS-сервис. Хорошо, спасибо. Ну, в целом, наверное, вот как бы послушав тех экспертов, кто уже высказался, можно сделать все-таки вывод, что, наверное,
Рынок находится в ранней стадии своего развития. То есть, с одной стороны, есть как бы не сформировавшиеся запросы от потребителей, с другой стороны, есть предложения от поставщиков услуг, причем я имею в виду казахстанских поставщиков услуг, но которые тоже еще как бы не сформированы окончательно. Ну, в то же время есть компании, вот как Meetworks, которые уже создают собственные приложения, то есть фактически даже движутся дальше, чем от предложения как бы инфраструктуры как сервис, уже software as service. Да? Ну, вот у нас здесь есть еще представители зарубежных вендоров, и интересно их мнение послушать о том, что нужно заказчику на казахстанском рынке. Аида Дарменова, Intel. Ну, Intel это вообще наше все, да, теперь. Спасибо огромное, Юрий, за такой комментарий. Что хотелось бы отметить, то есть когда началось продвижение облачной концепции, то есть, скажем, на протяжении последних 5 лет на рынке Казахстана мы, сотрудники Intel, рассказываем про концепции, какие должны быть облака, частные, гибридные, федеративные и так далее. Рассказываем, какие есть сценарии развертывания, какие есть риски, возможности. И вот что хотелось бы приятно отметить, конечно, благодаря Profit.kz в первую очередь, хотелось бы отметить вот вновь какой-то появившийся интерес, то есть аудитория полная. И аудитория, насколько я понимаю, она представляет именно тех самых потребителей потенциальных облачных решений. Это, наверное, говорит о том, что мы как рынок созрели к тому, чтобы от теории и философствования перейти к каким-то практическим действиям. Со своей стороны могу сказать, что когда мы обращаемся с сервис-провайдерами, клауд-сервис-провайдерами потенциальными, мы видим острую потребность у них монетизировать свои услуги. Да, то есть сейчас мы видим, что каждый из них думает о том, какой уровень сервиса могли бы предложить. С нашей стороны нам видится, что большим таким толчком будет интернет вещей, то есть развитие облачных технологий для сервис-провайдера и потом их воплощение в каких-то решениях, которые уже, как вы знаете, начали уже воплощаться, не всегда с помощью казахстанских компаний. Что, на чем бы хотелось заострить внимание, действительно, да, с рынком разработчиков, которые способны в единую систему собрать решения от компонентов до дата-центра, у нас не так много. Но, тем не менее, вот эта область будет, как нам кажется, будет развиваться благодаря и концепциям Smart City, и других таких масштабных проектов. Поэтому, ну, знаете, это вот как сейчас стоит вопрос. В годы студенчества нас спрашивали, а вот представьте, что не будет сахара в магазинах. Да, вот что такое дефицит? Вот не будет сахара в магазинах. Это было сложно представить. Вот как, например, сейчас сложно представить, что у нас будет несколько поставщиков электроэнергии, и мы сможем как потребители выбирать, по какому тарифу нам платить. Вот та же самая сейчас ситуация, она приходит с сервис-провайдерами, и, наверное, вот в ближайшем году мы уже видим достаточно какие-то уже конкретизированные предложения, как для квазигосударственного сектора, ну, государственный, наверное, все-таки будет один поставщик, и так и для частных компаний. То, что Казахтелеком достаточно давно и успешно продает свои сервисы SMB, это всем давно известно. И я понимаю, что у каждой компании, которая решает, что все-таки выгоднее, держать штат своих специалистов, собственные серверные ресурсы, или поверить, во многих случаях закрыв глаза, поставщику потенциальному облачных услуг, здесь, конечно, очень тонкий момент. Потому что, вот, если я правильно понимаю трактовку Fulbright Казахстан, закон открывает достаточно широкое поле для публичных облаков внутри Казахстана, но пока мы, может быть, не совсем готовы для передачи данных и их мониторинга, что с ними будет делаться за пределами Казахстана. Хорошо, спасибо. Ну, понятно. Ну, здесь вот важный момент, на мой взгляд, затронут. Действительно, интернет вещей, он как бы предполагает использование облачных вычислений в полном объеме, даже в чуть более полном, да, но вопрос в том, что интернет вещей – это новые бизнес-модели. И этих новых бизнес-моделей нет, и бизнес-модели, они должны прежде всего идти от потребителя. А пока об этих бизнес-моделях пишет Гарвард Бизнес Ревью только. А реально мы мало очень знаем реализации, ну вот, например, там в Италии что-то есть со Smart City и так далее. Ну хорошо, давайте других вендоров спросим. А вот с точки зрения Cisco, например, Вячеслав Ма, представитель Cisco Казахстан, с точки зрения Cisco, что ожидает заказчик казахстанский? Ну, во-первых, я бы хотел рассказать то, что Cisco предлагает. Поближе к микрофону. Да, извиняюсь.
То, что Cisco предлагает. Cisco предлагает решение именно для построения облаков. Неважно, либо это гибридные, публичные или частные облака. Мы можем предоставить вам решение для построения этого. Но в первую очередь хотелось бы поговорить о тенденции развития именно в разрезе Казахстана. И именно в разрезе публичных против частных облаков. Если можно будет сделать мини-опрос, вот поднимите руки, кто рассматривает использование в ближайшее время публичных облаков. Просто чтобы понять. А частных облаков? Да. Ну, на самом деле, то, что мы видим на рынке, публичные облака очень интересны, но есть очень много, наверное, весомых аргументов против публичных облаков. То, что вот как раз затронули правовые, наверное, как бы вопросы. И, конечно же, стоимость. Очень часто мы с заказчиком, когда начинаем обсуждать, о публичных облаках, мы видим, что публичные облака зачастую не всегда эффективны, в зависимости от рода задач. Да, есть кейсы, где публичные облака идеально подходят, но в основном для основных задач они не всегда могут подходить. А вот как раз в разделе частных облаков здесь нам становится интереснее. 50% текущих проектов, которые сейчас Cisco ведет в Казахстане с крупными заказчиками, это частные облака. А 50% других? 50%. А другие 50% это что? Другие 50% они рассматривают ЦОД. Собственная инфраструктура. Да, собственную инфраструктуру, но в разрезе еще такого традиционного IT-архитектуры, когда ЦОД это набор серверов, они выполняют определенные задачи и все. Но и другая половина, 50%, они изначально, когда мы начали разговаривать о ЦОДе, они, 10% из них только говорило о частных облаках. Это когда мы уже видим ЦОД как сервис. Но в развитии дальнейшего разговора мы видим, что почти все заказчики, 50% из них, рассматривают ЦОД уже более эффективно. Потому что в первую очередь для чего нужно облако – это финансовая эффективность. А частные облака позволяют организациям или группе организаций, как зачастую у нас сейчас случается, увидеть, насколько эффективно используется IT. А в текущей экономической среде это очень важно. И мы видим, что в течение следующих как раз 5 лет частные облака будут очень актуальны для многих заказчиков. По нашему прогнозу 80% заказчиков в течение 5 лет будут рассматривать частные облака. Хорошо, спасибо. Роман Щапов, SAP, вы можете что-нибудь рассказать о том, что хотят казахстанские заказчики от SAP в области облаков? Да, добрый день, коллеги. Я с большим удовольствием бы поспорил с предыдущим оратором, поскольку у нас немного другие взгляды и другие планы и на казахстанский рынок, и на рынок СНГ в целом. Поскольку, наблюдая текущую ситуацию в Казахстане, мы видим примерно то же, что происходило в России где-то там 3-5 лет назад. Я с большим удовольствием слушал Евгения, его запросы относительно уровня сервиса, саппорта, цены к клаудным провайдерам. И, если честно, то, чем занимаемся мы последние 7 лет на рынке предоставления паблик клауда, на рынке предоставления клаудного сервиса, это именно образование наших заказчиков. Это именно обоснование, почему использование паблик клауда может быть не только инфраструктурно выгодно, но и экономически целесообразно. SAP подходит с этой точки зрения достаточно комплексно. То есть заказчики, приходя с вопросом, с потребностью выноса в клауд, выноса в аутсорс, таких процессов, как управление персоналом, таких процессов, как управление закупками, да простит меня предыдущий докладчик, вынос в клауд процессов управления взаимоотношений с клиентами, вынос в клауд процессов управления с взаимоотношения с молодежью, с университетами и так далее. В последнее время набирает большие обороты такой процесс, как вынос базы данных, корпоративной базы данных тоже в клауд. Последние 2 года такие знаковые проекты, как вынос ключевых ERP систем в клауд, это большой сигнал как для российского рынка, так и для рынка СНГ. Поэтому, отвечая на вопрос, что же ждет заказчик, SAP, вот, отвечая на вызовы рынка, отвечая на потребности, предоставляет как раз тот уровень сервиса. Ежегодно мы повышаем гарантированный уровень сервиса по клауд solution, по клауд услугам. И, собственно, те расчеты экономической эффективности показывают, что
Расчет экономической эффективности использования облачных технологий показывает, что минимум в горизонте 5-7 лет внедрение и использование клаудных сервисов значительно более эффективно, нежели внедрение собственных решений или тем более внедрение собственных разработок. Ну вот, небольшой комментарий я бы хотел сделать к выступлению представителя SAP. Мне SAP — это компания, которая в значительной степени формирует рынок приложений. То есть мне иногда кажется, что вот раз в год где-то в секретной переговорной комнате в подземной в Гартнере собираются представители SAP, Гартнер, Oracle и придумывают, что же на самом деле хотят заказчики. А потом заказчикам это объясняют. Но это действительно так. Информационный пузырь получается в конечном итоге. Но это не информационный пузырь. На самом формирование деле SAP... сознания у конечного клиента, что ему надо. Да. А это есть промышленность, есть индустрия. SAP надо обеспечивать операционные денежные потоки. ERP у них больше уже не покупают, потому что уже все купили. Вот они 80% производителей обуви, 70% логистических компаний. Что самое важное, 82% производителей пива в мире. Они все сидят на SAP, они уже купили лицензии и платят только за поддержку, новых лицензий не покупают. Поэтому SAP придумывает новые вещи: облака, in-memory, database и так далее. И, соответственно, есть еще несколько таких компаний, которые тоже объясняют заказчикам, что нужно. Вот, в частности, представитель такой компании Малик Исламов, Oracle СНГ. Он тоже может нам рассказать, что ждет заказчик. Ну, от облаков. Конечно, могу много чего рассказать, особенно на правах рекламы, как серебряный спонсор. Ну, у нас очень мало времени, а впереди очень важное мероприятие, кофе-брейк. Дело в том, что мы здесь сидим как эксперты, соответственно, вы правы. Компании формируют мнение, еще покойный Стив Джобс сказал, пока вы будете думать, что хотят ваши заказчики, и опрашивать их к тому моменту, когда вы закончите опрашивать, они захотят что-то другое. Поэтому не надо опрашивать и ждать, надо формировать мнение. С этим я совершенно согласен. С точки зрения готовности казахстанского рынка, я достаточно давно работаю в IT-сфере Казахстана и в разных компаниях работал, поэтому могу сказать следующее. Мы недооцениваем готовность рынка к тем или иным изменениям. Мы часто говорим, что в России это сейчас внедряется, а на Западе это сейчас модно, пока до нас дойдет. Я могу вас уверить, что пока мы так думаем, есть масса компаний, кто уже использует. В чем основное преимущество облачных технологий? В том, что вы получаете возможность разворачивать какие-то сервисы быстрее. Вот и все. Чем быстрее вы развернули новый сервис, тем быстрее вышли вы на рынок. Чем быстрее вышли на рынок, тем быстрее заработали деньги. Поэтому я об этом еще скажу во время своей презентации. Мое мнение такое. А готовность рынка в среднем хорошая, но готовность разных участников рынка, а также у этих разных участников рынка разная степень необходимости в облаках, она разная. С этим не поспоришь. Более того, если говорить про частные и публичные, у каждого продукта и сервиса есть свой клиент. Вот и все. То есть не надо пихать тому клиенту, которому нужен private cloud, public, и наоборот. То есть каждый потребитель должен найти свое облако, большое или маленькое? Ну, вообще исследования Гартнера того же, IBM и прочих, то, что вот я почитал, готовясь к этой конференции, они говорят, что самым правильным решением будет гибридное облако. Критичные сервисы оставляете у себя, некритичные отдаете кому-то. Мы уже выяснили, что они формируют мнение. Да. И опять на самом деле здесь важно, как раз спрос идет от бизнес-моделей. И я думаю, что в значительной степени здесь проблема не только в Казахстане, но и в России та же, да и во всем мире, что потребители этих услуг, они просто не понимают, как на этом можно построить какую-то новую бизнес-модель и заработать больше денег. И, соответственно, здесь сейчас вопрос даже не к IT-специалистам, не к поставщикам IT-решения, а к бизнесу, что можно, как можно это все монетизировать. Еще... Опять же, здесь возникает несколько вопросов. Первый вопрос – это вопрос правового характера. Вот выступал докладчик, говорил про правовую сторону вопроса. Хорошо, нас просят, чтобы мы свои данные хранили в базах данных на территории РК. Определена ли зона ответственности за то, что если эти данные утекут по причине не клиента, по причине провайдера или какого-то поставщика услуг, что будет с тем
поставщиком, как будут компенсироваться эти услуги. Иногда утечка данных может привести не только, то есть уже невозможно будет потерю восстановить. То есть это может привести к полному краху компании, в принципе, да. То есть с этой точки зрения лично мне страшно куда-то что-то размещать. Недавно была статья, вот у нас ребята есть из Центра анализа кибератак, вот про тот же ЕГОВ, да, на Tengri News и на Хабре висела, до сих пор висит статья о том, как можно вытащить сотовый телефон и ИИН граждан с портала ЕГОВ. То есть это сейчас это реально возможно, понимаете? И с точки зрения вот, безопасности и компрометации данных, лично мне как-то доверять свои данные там, кому-то, куда-то, то есть страшновато. Ну, знаете, я думаю так, если у вас есть банковская карточка и сотовый телефон, забудьте про безопасность. Ну, мы живем в реальном мире. Мы живем в реальном мире. Но здесь, если мы хотим получить полную безопасность, надо выбросить карточку, телефон, жить в пещере. Ну, давайте, это нереально. Давайте уровни да, сравним. То есть, ладно, это какой-то частный хостинг-провайдер, который предоставляет там какие-то сервера, да. Но ЕГОВ, то есть, по факту, это государственный портал, который должен работать на высшем уровне со 100% уверенностью, предоставлять 100% уверенность гражданам, что их данные в безопасности. А это не так. Понимаете? Вы знаете, вот это проблема на самом деле. Я по роду последней деятельности, научной деятельности, немножко познакомился с технологиями, которые есть внутри Яндекса, внутри Гугла. Как они на основании анализа запросов, которые формирует человек, составляют его профиль. То есть определяют пол, возраст, социальный статус, место жительства, интересы и так далее. То есть, в принципе, вот это тоже тогда надо запрещать или закрывать? В данном случае формируется вот этот тот самый информационный пузырь. То есть, если кто-то вот Яндексом, если пользуется, наверное, замечал, что если что-то ищет, через какое-то время начинает долбить реклама Яндекса, там, колготки девушка ищет, ее колготки долбят. Это то, на чем они деньги зарабатывают. Да, по факту, я не знаю, мы можем ли как-то на это повлиять или нет, потому что это достаточно крупные поставщики услуг, и не знаю, кто-то там индивидуально выигрывает дела о том, что... Да, их почта просматривается, но это какие-то маленькие случаи. Ладно, коллеги, у нас самая важная часть нашей секции приближается, кофе-брейк. Вот я даю последнее слово Андрею Адаменко из Казахтелекома. Ну, коллеги, давайте поймем, да, время, когда облачные технологии были чисто маркетингом, ну, наверное, уже прошли, да. На сегодняшний день пора, и уже многие говорят об этом, это чистый бизнес. В чистом бизнесе необходимо достаточно квалифицированно анализировать риски, не некими эмоциональными категориями размышлять, а вдруг, если что-то произойдет, я, наверное, могу там что-то потерять и так далее. Вот типичная картина там, на сегодняшний день там, большой массы потребителей облачных сервисов у нас в Казахстане. Это чистый бизнес, необходимо сделать конкретный бизнес-план, оценить конкретные риски. Облачные технологии – это не идеальная картина. Есть всегда... В любой технологии, в любом вашем выборе будут те или другие риски. Риски потери данных, риски простоев и так далее. Необходимо их оценить и понять для себя исключительно в деньгах, что выгоднее. Выгоднее строить, эксплуатировать и так далее. Посчитайте цену владения одной архитектурой, цену владения другой. И примите решение объективно и компетентно, отбросив в сторону все эмоциональные составляющие и все домыслы. Это единственное, что будет. Спасибо, Андрей. А вот как раз следующая секция у нас будет об оптимизации, о получении экономического эффекта от облаков.